там сказал. Вот чего хотим добиться? Этого, как японская модель же задачу поставили. Так, хорошо. Давайте вот эту волюнтаристскую идею обсудим быстренько. Если платить за рабочие места, как? От чего? От страховых взносов? Из федерации? Да. Денег возьмем. Можно из федерации взять. Так, значит, страховые взносы. Взносы. Часть страховых взносов в регионе, я правильно понял? Регион, РФ. Там на самом деле есть, конечно, распределение. У нас же есть территориальный ОМС, территориальный ФСС, территориальный пенсионный. Там какой-то как бы есть. Или мы говорим, что он не просто в РТ, он должен на место вернуться, да? НДФЛ полностью, да, остается в бюджете, в республику часть идет. 13.87? Разные. По-разному, да? Смотрите, НДФЛ. НДФЛ. Значит, РТ, но в местном бюджете остается, потому что он зарабатывается на территории, да? Так, ну, я не знаю, кто будет продвигать вот эту меру, потому что часть страховых взносов надо вернуть в муниципальный район. Пока вот это НДФЛ на территории будет лет на 5. Здесь? Да. У нас начиналось значительно. То есть вы предлагаете вот это сделать? 78 копеек. Сегодня 14,9 копеек с рубля с нашей территории. Так, 14,9 всего. Всего. Это только наше место. 85,1. Ну ладно, пишу вот так, НШ. У разных территорий. Да, разные территории. Мы говорим о изменении соотношения, да, хотя бы в пользу, не знаю. Увеличивая налоговую базу, все равно территории ничего не имеет. Причем 7 месяцев никто не дает. Не надо нам вот этого, да? Страховый, нам НДФЛ оставьте. НДФЛ на 5 лет. Смотрите, какой, сколько раз. Ставка. Ставка. Ну да. Хороший, кстати. А может быть со временем потом еще республика скажет, так, хватит нам федерацию уже отчислить, оставьте нам денег побольше. Россия республика держит на крючке. РСМ Галевич на крючке держит. 10 лет, да? Ну понятно, что выходили, просили, обосновывали свои проекты развития, да? У вас это деньги, там где деньги.